Ну ладно, нам нужно найти это существо и определить, что оно... Что оно? О, Кила! Что это? Ни разу в жизни я не видела такого растения. Похоже, у нас проблемы. Стойте, нарушители покоя! Ни шагу вперед! Тысячи щупалец опутают ваши тела, достойные лишь того, чтобы после гниения стать пищей. Я говорю от имени старого корня, как говорила от имени Сарена. Вы предстали перед Тарианином. Он повелевает вам восхищаться им. Ты поработил колонистов, отнял их волю. Не знаю, чего хотел от тебя Сарен. Но я хочу тебя убить. Тарианин — часть этой планеты. Повелитель пространства и веков. Ты не сможешь убить его, как не сможешь убить солнце. Твоя кровь пропитает землю и породит новые ростки. Интересное. Еще немного таких наростов, и ему будет очень больно.
Я свободна! Я свободна! Я должна поблагодарить вас за то, что освободили меня. Откуда мне знать, что вы меня не обманываете? Это не обман. Тарианин мертв, а я снова стала собой. Меня зовут Шиала. Я служила матриарху Бенезии. Когда она заключила союз с Сареном, я последовала за ней. Бенезия предвидела, на что способен Сарен. Она присоединилась к нему, чтобы изменить его. Но Сарен умеет настоять на своем. Бенезия потерпела поражение. Вы утверждаете, что Сарен может контролировать сознание? Бенезия недооценила Сарена, как и я. В конце концов, мы поверили его планам. Сила его убеждения поражает. Бенезия хотела повернуть реку вспять, но ее унесло течением. Матриархи Азари – одни из самых мудрых и влиятельных существ в галактике. Как одна из них смогла попасть под влияние Сарена? У Сарена есть судно. Огромный военный корабль, не похожий на те, что я видела раньше. Его называют «Властелин». Корабль может влиять на умы живых существ. Они начинают подчиняться воле Сарена. Процесс этот происходит незаметно. Занимает дни и даже недели. Но избежать его невозможно. Когда Сарен доставил меня на эту планету, я уже была его рабом. Ему нужны были мои способности биотика, чтобы общаться с Тарианином, узнать его секреты. Сарен предложил меня в качестве оплаты. Меня принесли в жертву для заключения договора между Сареном и Тарианином. Сарен, не задумываясь, предает своих. И Тарианина он тоже быстро предал. Получив то, что хотел, он приказал гетам уничтожить его и все следы его существования. Сарен знал, что вы ищете канал. Он знал, что вы следуете за ним по пятам. Он приказал гетам атаковать Тарианина, чтобы вы не получили шифр. Что такое шифр? И зачем он Сарену? Маяк на Иден Прайм вызвал у вас видения, но они смутные и запутанные. Они были предназначены для сознания Протеанина. Для того, чтобы полностью понять их, нужно мыслить как Протеанин. Вы должны понять их культуру, историю, способ существования. Тарианин существовал здесь задолго до того, как протеане построили этот город. Он наблюдал за ними и изучал их. Когда они умирали, он их поглощал. Так они стали частью его. Значит, Тарианин научил Сарена думать по-протеански. Как? Шифр – это сама суть существования протеан. Его нельзя описать или объяснить. Это как описывать цвет существу, не имеющему глаз. Для того, чтобы понять его, вы должны проникнуть в память предков существ данной местности, в образ мыслей, свойственный тысяче поколений протеан. Я впитала эту память поколений, шифр, когда слилась с Тарианином. Наши личности перемешались, сознания переплелись. Такому знанию нельзя научить, оно просто существует. Мне нужно это знание, чтобы остановить Сарена. Способ есть. Я могу перенести знание из моего сознания в ваше, как проделала это с Сареном. Постарайтесь расслабиться, капитан. Дышите глубоко и медленно. Сбросьте физическую оболочку. Постарайтесь почувствовать связи, соединяющие нас. Каждое действие порождает волны по всей галактике. Каждой мысли для жизни необходима другая мысль. Каждая эмоция должна затронуть чувство другого. Все мы связаны. Каждое существо – это часть единого великолепного целого. Откройтесь Вселенной, капитан. Обнимите вечность. Thank you.
Я передала вам шифр точно так же, как передала его Сарену. Память поколений Протеан теперь принадлежит вам. Что это было? С вами все в порядке, Шепард? Я видела только очередные странные видения. Они до сих пор не имеют смысла. Вы получили ценный дар. Опыт целого народа. Вашему сознанию потребуется время, чтобы переработать эту информацию. Нам нужно отвезти вас на корабль и обследовать. Извините, что заставила вас испытать неприятные ощущения, но по-другому было нельзя. Вам был нужен шифр. Со временем вы поймете видение маяка. Что еще вы можете сказать о Саране? Мне почти нечего добавить к тому, что знаете вы. Он могуществен, влиятелен и очень опасен. Когда я следовала за ним, я не видела его истинного лица. Но теперь я понимаю, что он ввергает галактику в век тьмы и страданий. Что вы еще можете мне рассказать о Торианине? Когда это существо поглотило меня, я стала его частью. Но я до сих пор не полностью понимаю его. Оно такое чужеродное, такое древнее. Невозможно узнать его точный возраст. Оно по-другому воспринимает время. Тысячи лет спячки и несколько столетий беспокойной деятельности. Его сознание завораживало меня. Оно не вписывается ни в какие рамки и определения. Но теперь оно исчезло. Только не говорите, что вам жалко это существо. Торианин был уникальной формой жизни. Разумное существо, прожившее 50 тысяч лет, а может и более. В исследованной части галактики нет ничего похожего. Я благодарна вам за то, что вы освободили меня. Но я все же немного жалею о гибели такого поразительного создания. Что вам известно о канале и о том, где он? Ничего. Мне жаль. Но я знаю лишь то, что Сарен считал канал ключом к тайне исчезновения Протеан. Чем бы ни был канал, мы должны помешать Сарену. У вас теперь есть шифр. Со временем видения прояснятся. Они приведут вас к каналу. Молю только о том, чтобы вы нашли канал раньше Сарена. Расскажите мне о себе. Во мне нет ничего выдающегося. Я была одной из учениц матриарха Бенезии. Я следовала за ней почти 200 лет, постигая ее мудрость. Когда Бенезия сообщила о своем плане присоединиться к Сарену, она предоставила своим ученицам выбор. Последовали за ней только те, кто желал этого. Многие сочли этот план опасным. Но я верила ей. Я думала, что она может отвратить Сарена от его безумия. Вместо этого мы сами присоединились к нему. Что вы еще можете... Когда... Его сознание завораживало меня. Оно не вписывается ни в какие рамки и определения. Но теперь оно исчезло. Нам всем повезло, что галактика избавлена от такого существа. Торианин был уникальной формой жизни. Разумное существо, прожившее 50 тысяч лет, а может и более. В исследованной части галактики нет ничего похожего. Я благодарна вам за то, что вы освободили меня. Но я все же немного жалею о гибели такого поразительного создания. Теперь, когда вы свободны от Торианина, что вы будете делать? Если позволите, я бы хотела остаться здесь, с колонистами. Они много страдали, и я отчасти виновата в этом. Мне хотелось бы загладить свою вину. Колонистам действительно требуется помощь. Они будут рады видеть вас на своей стороне. Спасибо, капитан. Пусть благоволит вам удача. Боже правый. Не верится, но Джонг утверждает, что у нас достаточно средств на возрождение колонии. Это благодаря вам, дорогой капитан. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Сюда уже летят корабли с ресурсами и продовольствием. Мы станем самой большой человеческой колонией. Хоть Джонг и продажный, он сделал большое дело для нас. Сюда уже летят...
Большое вам спасибо. Теперь Экзогений выделит нам большие средства. Мы сможем все здесь перестроить. Скоро у нас будет все, что нам нужно. Скоро у нас появится много работы. Через год вы тут ничего не узнаете. Все полностью изменится. Скоро у нас будет все, что нам нужно. Мы еще никогда не получали такой финансовой поддержки. Как хорошо, что мы наконец-то получили необходимую поддержку. Похоже, после всего, что случилось, колония все-таки будет процветать. Фера смог стать хорошей колонией, если бы мы получили необходимую поддержку. Этого не произошло бы, если бы Экзогений поддерживала нас с самого начала. Если бы только в Экзогении поддерживали нас с самого начала. Теперь в Экзогении знают, на что мы способны. Не думал, что мы когда-нибудь получим поддержку от Министерства. Здорово. Теперь у нас предостаточно ресурсов, чтобы восстановить колонию. Мы бились за колонию из последних сил. Мы сражались за колонию изо всех сил, но мы не солдаты. Никто не предупреждал нас, что жить в колонии будет настолько опасно. Мы еще никак... Как хорошо. Похоже, после всего, что случилось, колония все-таки... Ну, спасибо еще раз. Эти данные очень пригодятся мне, когда я улечу отсюда. Скоро все следы существования Трианина будут искоренены. Благодаря вам Фера снова получит возможность развиваться. Мне кажется, ваш план может сработать. Через год-другой вы не узнаете это место. Надеюсь, прилив капитала не испортит это место. Скоро все следы... Экзогений интересует больше защита ее инвестиций, чем защита колонии. Думаю, многие колонии страдают от недостатка средств. Мы не солдаты, у нас не было шансов отразить нападение гетов. Интересно посмотреть, какой будет Феррес через год. Через год-другой вы не узнаете это место. Каждая колония заслуживает шанс. Экзогений интересует больше защита... Надеюсь, при... Никогда бы не подумал, что компания может так расщедриться. Неожиданно оказалось, что мы чего-то стоим. Да уж, вы слов на ветер не бросайте. Столько вы добились. Мы просили о помощи с самого начала, но нас не слушали. В Экзогении с самого начала могли предотвратить этот ужас. Черт, ну почему же нас не предупредили об опасности с самого начала? Мы пытались дать отпор гетам своими силами, но их было слишком много. Когда такие существа появляются на пороге, вряд ли можно что-то сделать. Черт, даже не верится, что вы убедили их финансировать колонию. Спасибо. Никогда бы не подумал. Неожиданно. Феррес выстоит. Колонии просто нужно немного помочь. Да уж, вы слов на ветер не бросайте. Столько вы добились. Я пыталась бороться, но любая самостоятельная мысль причиняла мне адскую боль. Мы все здесь заново отстроим. Мы сильнее, чем думает о нас компания. Надеюсь, колония будет жить. И я пыталась бороться. Я сделаю все возможное, чтобы помочь колонии в эти трудные времена. Мне жаль, что я причиняла вред этим людям. Прощайте, Шиала. Прощайте, капитан. Желаю удачи в ваших поисках. Не думал, что буду так радоваться, увидев солдата. Простите меня за прежнее. Я был под влиянием Трианина. Он контролировал каждую мою мысль. Что вы будете делать теперь, когда все закончилось? Я могу остаться и попробовать возместить потери. Через несколько недель доставят новую партию товара. Возможно, колония все-таки оправится. Покажите, какие товары у вас. Конечно. Возвращайтесь. Спасибо за все, что вы сделали. Благодаря вам мы с Гретой начнем новую жизнь. Тарианин контролировал нас с помощью боли. Никто не думал, что нам придется пройти через такие испытания. Спасибо за все, что вы сделали. Единственное, что можно сказать в пользу этого растения,
Оно заставляло забыть о голоде. Лучше быть голодной, но свободной. Спасибо. Все говорили, что мы не продержимся на Феросе. Но мы докажем, что они были неправы. Кто бы мог подумать, что мы прорвемся? Ну а теперь у нас впереди только хорошее. Единственное, что можно сказать в пользу этого растения... Скоро Ферос возродится, капитан. Зацветет пышным цветом. Я хочу, чтобы колония процветала. Шанс есть, мы его не упустим. Да, тут я останусь. Мы возродим колонию. Начнем все сначала. О, хорошо тут будет. Свободен. Спасибо вам. Наконец-то это растение исчезло из моей башки. Скоро Ферос возродится, капитан. Зацветет пышным цветом. Вы воевали в Скелянском Блице? Не думал, что вы станете помогать нам. Эта планета неплохое местечко, когда ей ничто не угрожает. Как хорошо снова быть свободным. Мы получили еще один шанс сделать это место домом. Мы постараемся возродить эту колонию. Я знаю, у нас получится. Вы воевали в... Спасибо, капитан. Хорошо быть снова свободной. Это был настоящий ад. Любая самостоятельная мысль доставляла такую боль, все равно, что смотреть на солнце. Вы неплохо помогли Феросу, но я улетаю, пока есть возможность. Хватит с меня жизни в колонии. Я возвращаюсь на Землю. Там все проще. Спасибо, капитан. Хорошо быть... Вы освободили мой мозг от этой твари. Спасибо вам, капитан. Теперь эти инопланетянские железки к нам не сунутся, и колония заживет новой жизнью. Мы укрепим оборону и проследим, чтобы Ферос навсегда остался за людьми. Ферос выстоит. Все благодаря вам. Вы освободили мой мозг от этой твари. Спасибо вам, капитан. Благодарю вас за все, что вы для нас сделали. Наконец-то! У нас снова появилась надежда. Он был прямо в моей голове. Боль скручивала меня каждый раз, как я пыталась поднять глаза от земли. Не знаю, останусь ли, но я рада, что у нас появился выбор. Благодарю вас за все. Свободен. Наконец я могу думать самостоятельно. Спасибо. Я пережил кошмар. Каждый раз, как я хотел заговорить, даже вспоминать больно. Мы восстановим колонию и вернемся к нормальной жизни. Постепенно мы стали инстинктивно выполнять все, что приказывал нам Тарианин. Свободен. Наконец я могу думать самостоятельно. Свободен. Не верю, что я свободен. Это был кошмар. Никому не пожелаю такой боли. Срочно хочу в отпуск. Свободен. Не верю, что я свободен. Наконец-то эту штуку вынули у меня из головы. Я опять могу думать свободно. А благодаря найденным вами элементам питания, в колонии все заработает как надо. Спасибо, капитан. Спасибо за то, что принесли элементы питания. Надеюсь, что теперь-то я заставлю работать этот чертов генератор. Спасибо за то, что принесли элемент... Для того, чтобы все здесь восстановить, потребуется время. Геты ушли, а у нас снова появилась вода. Все хорошо.
Я снова свободна. Спасибо вам за все. Я и забыла, что значит думать самостоятельно. Для того, чтобы все здесь восстановить, потребуется время. Благодарю за то, что освободили нас. Дарианин контролировал мои мысли. Когда его не стало, мое сознание прояснилось. Эта штука находилась у меня в голове. Было так больно думать. Я рада, что у нас появился еще один шанс. Это все, о чем мы с Дэвидом мечтали. Благодарю за то, что освободили нас. Они старались построить здесь новую жизнь, но теперь все в руинах. Столько страданий, столько смертей, но они все еще держатся и сражаются. Эти люди храбры, но гетты беспощадны. Мой народ знает это, как никто другой. Они старались построить здесь новую жизнь, но теперь все в руинах. Колонисты владеют немногим, но это их дом. Они готовы защищать его до самой смерти. Эти люди храбры, но гетты беспощадны. Мой народ знает это, как никто другой. Группа высадки. Приготовиться. Идет процедура дезинфекции. Капитан, у вас бледный вид. Шифр не оказывает на вас дурного действия? Шифр был небольшой встряской. Возможно, я смогу вам помочь. Я специалист по протеанам. Если я соединю свое сознание с вашим, мы могли бы чего-нибудь добиться. Сделайте это. Быстро. У нас не так много времени. Расслабьтесь, капитан. Обнимите вечность. Это было невероятно. Все это время, все мои исследования, я даже не мечтала. Простите, такие живые образы. Я и представить себе не могла, что они будут настолько яркими. У вас удивительно сильная воля, капитан. То, что вы видели, через что прошли, могло сломить кого угодно. Вы видели что-нибудь? Маяк на Иден Прайм был, видимо, сильно поврежден. В нем недоставало крупных фрагментов сообщения. Информация, переданная в сознание капитана, неполная. Вы уверены, что там нет никаких намеков, подсказок? Чего-то, что мы могли бы пропустить. Все, что я видела, вы уже знаете. Вы были правы насчет пожинателей. Протеан уничтожил расы разумных машин. Очевидно, что существует связь между пожинателями, исчезновением протеан и каналом. Но я не видела ничего, что помогло бы нам. Какой наш следующий ход? Я сумела истолковать информацию, переданную вам в видении. По крайней мере, уцелевшие фрагменты, но она не полная. У Сарена могут быть недостающие фрагменты. Он мог найти еще один маяк. Если мы отыщем то, чего не хватает в вашем видении, я смогу... Ой... Простите, слияние довольно утомительно. Мне надо пойти в лазарет и немного отдохнуть. Вы уверены, что дело в слиянии? Я себя прекрасно чувствую. Ваша роль в нашей связи была пассивной. Это я должна была погрузиться в ваш разум, утонуть в ваших мыслях. А это сложнее, чем кажется. Подсознание человека инстинктивно противится слиянию. С такой сильной личностью, как ваша, достичь его еще сложнее. Доктор Чаквас должна вас осмотреть. В этом нет необходимости. Мне просто нужен отдых. В каком-нибудь тихом месте. Здесь мы закончили. Вы свободны.
Я отправил рапорт насчет Ферроса, капитан. Соединить вас с советом? Да, Джокер. Свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Капитан, руководство Экзогени должно было сообщить нам о Тарианине. Это сделало бы вашу задачу намного проще. Вы смогли бы захватить его для изучения, вместо того, чтобы уничтожать. Тарианину нравилось порабощать разумы. Всякий, кто стал бы его изучать, в конце концов оказался бы его рабом. В таком случае, возможно, все к лучшему. По крайней мере, вы спасли колонию. Ну, разумеется. Шепард пойдет на все, чтобы помочь человеческой колонии. То, что я человек, здесь ни при чем. Колонии требовалась помощь. Восхитительно. Но порой спектрам приходится идти на жертвы. Надеюсь, вы будете готовы к этому, когда придет время. До свидания, капитан. Мы будем ждать вашего следующего рапорта.